Поздравляю с победой. Сегодня, в общем-то, результативная встреча получилась напоследок. Но начинали в неравных составах. Тяжело ли было играть 4 на 4? Может, тяжелее даже, чем 5 на 5? Ну, конечно. Тем более без замен мы играли. Вчетвером площадка не маленькая. То есть лишние движения, перемещения все-таки тяжело. И без замен, учитывая наш возраст, тяжело двигаться. Последний матч, ну, удалось добиться победы, но, наверное, все-таки третье место Серебряного кубка – это не совсем то, на что рассчитывали перед турниром. Правда ли это или в целом остались удовлетворены? Это наш первый турнир вместе, как команда Dark Side. В целом, задачу, конечно, мы ставили попасть в золотой кубок, но, к сожалению, не получилось в силу обстоятельств, в силу во многом посещения игроков команды, которые не на все игры собирались. То есть вы сами сейчас видите, что мы собрались минус один, только потом уже по второму тайме приехал игрок, и игроки уже по составу уравнялись. А в целом считаю, что турнир, конечно, не провальный, но благо не последнее место. Это все-таки показатель. А вот если бы приезжали все игроки на все матчи, был стабильный состав, то в теории какое место могли бы занять, потому что всех соперников уже оценили по ходу турнира? Все команды достойны. На самом деле, золотой кубок действительно команды хорошего уровня. И для нас, ну, я думаю, что если все собирались, то в четверку должны были попасть в золотом кубке. Ну, что касается самого турнира, какой может быть самый яркий момент, можете выделить для своей команды? Да, на самом деле, каждая игра носила свой характер, свой значимый результат. На самом деле, вот мы с Табабкой не собрались, то есть записали техническое поражение, хотя могли зацепиться за очки. Так, в целом, считаю, что первая игра у нас, наверное, когда вот собрался действительно достойный, хороший состав у нас, мы первую игру вот отыграли здорово и обыграли в первом матче команду, которая сейчас, насколько понимаю, заняла третье место по итогам золотого кубка. Главный топчик вашей команды, самый лучший игрок, который проявил себя лучше всех на турнире, может такого выделить? На самом деле, поначалу у нас было таких два. Александр Бондарь и Баранов. Потом у Баранова случилась травма, и его заменил форвард Максим Семенов, который, считаю, что достойно выступил, много мячей забил, помог в целом команде, поэтому еще выделил бы его в целом как игрока именно нашего состава. Может, разочаровал кто-то? Да на самом деле нет, все показали, в принципе, свой уровень, но еще раз повторюсь, если бы у нас команда собиралась, все приезжали на каждую игру, то действительно мы бы, может быть, зацепились бы и за золотой кубок. Но, к сожалению, это явка, у каждого дела, тем более вот сейчас выпадает, что пятница, суббота, воскресенье, выходные, многие разъехались и очень тяжело собрать, поэтому в целом, в принципе, остались довольны. И всем спасибо, что приезжали на игры, посещали. Спасибо. Спасибо большое. Удачи.